Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Даям Гопи Джанна Самаюктам Биндаванам Манухар Ванша Калпатару Васаки Пасинду Бхавачу Патитанам Павани Бхавашнаби Бхио Наму Нама Мукан Кароти Вачалам Пангум Ланг Хетигрим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадава Бриндавай Тусиде Байпиявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудир Чанкиртане Кришна Катхупадеш Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагобарану Дейям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Тиртас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витта Тихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ятпад Паллавана Качанна Маничатая Биспуриджи Такима Пигавадушва Дарши Урунану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадикама Икада Кампирус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бхадату Сангхиртану Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипарупам Муктинча Муктинча Тада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманонго Мадапхарам Барануси Пурабхати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадане Лакшмир Яша Чабакшаси Ясьясти Хиде Самбид Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Кайвалла наракайате тидаса пура акаса паспайате дуддантендрио кало сарпапатри пратхато дангстайате бидхим махендадишча китайате вишвам пурна сукхайате ят коруна катакша ваивабатам там Гаура Мевастама. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру said that
Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Так Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что стать пылинками на лотосных стопах Рупа Госвами под это наша наивысшая цель. У нас Гауди. И вот стать пылинками на лотосных стопах Шрила Рупа Госвами под это наша наивысшая цель в нашей жизни для нас Гауди. Это не шутки. Очень сложно и очень просто. У нас есть скверная сварупа. И чтобы очистить ее, сколько времени займет? Почему мы хотим стать пылинками на лотосных стопах Рупа Госвами Пада? Какая причина? Почему Санатан Госвами, кто гуру Рупа Госвами Пада, он тоже говорит, что хочет стать пылинками на Рупа ногой, хочет стать. Почему? Ну, какова причина? И причина в том, что Рупа Госвами Пад, у него есть особая сварупа, Рупа Манджари. Кришна любит его ее, и любит ее, эту форму. А когда Рупа Госвами Пад совершал служение, то как он совершал служение, как он думал о Кришне, все ради его удовлетворения. И поэтому Кришна всегда хочет обрести служение от Рупы Госвами Пад, от Рупы Манджари. Мы знаем одну шлоку, очень важную шлоку. Мы знаем эту шлоку. Даже великие ачарьи, международные проповедники, я видел, пишут какую-то ерунду, объясняют эту шлоку. Даже под их именем книжки публикуются с такой ересью. Вот они. При Сварупа, где эти Сваруп Гасай, где тут вообще Сваруп Гасай нашли? Это здесь говорится о Сварупе Рупы Госвами Пада, что она дорога Кришне. И то, как он думает, как представляет, размышляет, то, что сердце Гуранги Махапрабху совпадает с сердцем Рупы Госвами Пада. Он очень дорог ему. Гуранга Махапрабху думает, что он подобен ему. То, как я проявляю лилу, он может понять, что я хочу сказать, почему я совершаю эту лилу. Другие люди запутаны. И вот таким образом Рупа Госвами Пад, он точно делает то, что хочет Бхагаван Си Кришна. И вот есть песня, написанная Рабиндранатхом Тагором. Она материалистична, но все же, если но Махапрабху также однажды взял шлоку из Кавья Пракаши, но он отверг материальное и принял духовную часть этого. Tumitai go
Amaro parano jahachai. What I want, you are exactly what I want. Material song, anyway. It's not a matter of joke. Our heart is very dirty. И вот, how we can get that kind of beauty, как же мы можем обрести ту красоту, which is just equal to one dust particle there and you lose it. Then Bhagavan Sri Krishna can approve our seva. That's why we are waiting for that. Гуранга Махапрабху кипа, without the кипа, без милости Гуранги Махапрабху никто не может достичь этого. Не достигнув милости Гуранги Махапрабху, никто не может достичь этого уровня. Видим махендадишча китаяте, бишам пурна сакаяте, коруна патакша вива ватам, там гоуру мивастам. Мы хотим поклониться Гуранге. По его милости мы можем обрести очень такое прекрасное сердце, которое даже не можем представить. Кайвалья вчера говорил, как Кайвалья. Майвади думает, что Кайвалья — это слияние с Брахмой, но Шрила Прабхупад говорит нет. Кайвалья не значит слиться с Брахманом, стать Брахманом, поскольку джива не может стать Брахманом. Качество дживы, оно... Брахма джива не может стать, но качество подобное может обрести. И вот Кайвалья, значит, слушая Бхагавану, можно стать настолько дорогим Кришне, что Кришна скажет, что вот как в случае с Удавой, он говорит, что Удав не отличен от меня. Это называется Кайвалья. После служения Кришне мы можем забыть себя и думать только о Кришне. Помнить только Его. И Кришна тоже помнит только Радхарани. И поэтому цвет тела Кришны, Радха Санга, и вот на Имлитале однажды такое случилось. Ну, и вот на им летали, они все сидели, Радхарани сидела вместе с Кришной, и внезапно свет тела Кришны поменялся и стал золотой. Они удивились, почему. И Кришна сказал, это Сварупам, она вечна, я вскоре явлюсь в форме гора-аватара. Аватари — источник всех аватаров. И так или иначе, мы знаем, что Рупа Госвами Пад, он обрел полную милость Гуранги Махапрабху. Гуранга Махапрабху, он сказал Сварупа Госвами. Сварупа Госвами спрашивает, как это он смог осознать твое сердце полностью, Гуранга Махапрабху. Сварупа Госвами говорит, он обрел твои милости, иначе как он может понять твое сердце? И тогда Махапрабху сказал, да, я видел. I met him there in Allahabad. There I saw
И я видел, что он самый достойный. И я даровал ему все милости, поэтому Рупа Госвами, поэтому он понимал все, что имел в виду Гуранга Махапрабху. Может, это есть причина, по которой он понимал все, что Махапрабху начинал делать все намеки и все остальное. Почему он произнес вот эту шлоку из Кавья Пракаши, хотя эта книжка материальная, но все же он ее как-то одухотворил. Если взять суть вещей, то это проще. И Махапрабху. Никто не понял, почему Махапрабху произнес эту шлоку, но Рупа Госвами Пад осознал. И он отправился в Баджан-Кути после Радха-Ятры. И вот Махапрабху был настолько впечатлен, слыша эту шлоку. И вот тем временем Рупа Госвами Пад вернулся, приняв омовение в океане. Махапрабху отправился. Он туда и сказал: «О, Рупа, как ты понял мое сердце?» И Рупа Госвами Пад из смирения склонил голову и не смог ничего сказать. Чем больше вы продвигаетесь на пути баджана, тем более смиренными становитесь. Автоматически. Какое-то удовлетворение приходит, подобно нектару. И наставление Бхагавана Си Кришны, как понять, что вы Тринадапи. И вот. You can bear it. Your enduring power should go up and up, up to the point or extreme point, like a tree. Follow? Bhagavan Sri Krishna speaking to. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Удаве. Оти бадам титикшето нава манету кархичи. If somebody speaking very honestly, если кто-то говорит как-то грубо. Тяжко, жестко. Don't protest. You should remember all arranged by Krishna. Krishna going to test me through that person. Same thing Tulsidas ji Maharaj used to think. Somebody criticizing is not becoming excited. Maybe Rama Ishwara testing me. He was unnecessarily arrested and taken in the sava or given punishment by the Muslim king. Unnecessarily he was arrested and taken. He is going without any disturbance. King speaking, you are doing this? Yes. Why doing this? This one. Or after that he is taking decision to give punishment to Tulsidasji, unnecessary. Tulsidasji without hesitation standing. In the meantime, Hanumanji Maharaj appeared there in the form of monkey, destroy everything. В общем, Тулсидас был в какой-то опасности, тут Хануман явился перед ним, решил все его проблемы. Царь его обидел, похоже. И вот царь был вынужден попросить прощения.
Мы должны понять смиренное настроение Рупы и Санатана Госвами. Они происходили из высокой касты Бхаратрасы, Готрия Брахманов, но все же они думали, что они недостойны входить в Джаганат Мандира. Шриман Махапрабху, он раздавал Расататву через авторитетные пути, через Рупа Госвами. Махапрабху не отличен от Радхарани, никто не знает лучше, чем Радхарани, Расататву. Это Шримати Радхарани в форме Гуранги, она хотела дать всю Расататву Рупе Госвами под Валахабаде. People think they are material rasatva. They think it's very enjoyable. But actually, a practical rasatva is so simple, so intricate. Ordinary people cannot. Ordinary people cannot. Prabhupada used to say, it is far better, right, to remember, don't forget. Prabhupada used to say, it is far better to stay in the form of beasts and birds, and trees. Still it is prohibited, strictly prohibited to indulge in kapat bhava. Лицемерие очень опасно. Лучше находиться в форме животных, чем быть лицемером. Особенно касается тех людей, которые заявляют, что не знают Расататву и прочее. Ну, в Индии таких очень много. И вот Шрила Прабхупад говорит, что лучше находиться в форме животных и птиц или деревьев, чем заявлять, что знают Расататву, или заниматься всяким лицемерием, пытаясь показать себя каким-то возвышенным вишну. И вот Махапрабху даровал всю свою милость Рупе Госвами, чтобы Расататва она проявилась через него. И после этого Рупа Госвами Пад Махапрабху говорит Рупа, это невозможно. Бхагаван Си Кришна — это бесконечный океан Расататвы. И мы... с этого океана Расататвы беру всего лишь каплю и даю тебе попробовать. Почувствую, каков ее вкус. Расататва, она проявится Сварупа Госвами, Гауранга Махапрабху Сварупа Госвами. Мы можем и вот таким образом мы все Расамрита Синдху, Веданта Мадхава, Лалит Мадхава, мы все получаем от Джалани Ламани, всю сокровенную татву,
которая является бхакти-расой. Мы обретаем это вот от Рупа Госвами. А если кто-то станет сахаджи, то они будут наказываться за то, что обманывают других. Шрила Кеша Госвами Махарадж пишет. И вот Рупа Госвами Пад, он показывает нам, как Шадь Баджан постепенно. Но в итоге Джива Госвами Пад спросил его. He took decision not to publish all those books in public. И вот Рупа Госвами Пад решил эти книги не публиковать, которые он написал по Расатату. Ну, потому что многие их превратно понимают. Можно видеть много бестолковых так называемых ачарий, говорят, что не нужно думать об анартхах, о постепенном пути. Достаточно слушать о Расалиле, и все само произойдет. Но я удивляюсь, как им не стыдно говорить такую ересь, они даже не находятся в Гаудия Парампаре. Научно я могу доказать это. Как они могут проповедовать Расататы? То, что у них нет, как они могут говорить об этом? Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, что сейчас это стало обычной практикой обманывать людей. Ну и люди тоже обманываются или хотят быть обманутыми и идут то получить туда, где того ничего не было. Здесь это глупо искать бхакти, где его нет и никогда не было. Our Brihat Bhagavatam Rito. So many things. Also the topics I am discussing. Manashiksha of our Prayojan Tattva Acharya, Prayojan Tattva Acharya. Prayojan Tattva Acharya Raghunath Das Goswami. Он тоже пишет, если мы заинтересованы обрести вкус материальных вещей, это одно. Но если вы по-настоящему заинтересованы в настоящее Расататве, хотите войти в настоящее Вриндаваны, получить вечное служение Радха Говинды, то тогда будьте осторожны. День и ночь вы должны учить ваш ум. Нужно взывать к именам Рупы Санатана Дживы Рагунатха. That's why in Kirtan you are not singing all Kirtan. I don't find somebody is really interested in Kirtan from heart, enthusiastic mood. They're doing Kirtan, but not with that kind. There are so many Kirtan that you are not even touching. You are not even touching that Kirtan. You don't know that Kirtan is there on the Guru. Bhaktivinoda writes, Jodi bhajan korve re, Rupa Sanatane Smaro
Есть много прекрасных киртанов, которые мы не успеваем петь, как вот этот. Гирирадж Говардхан, он явился во Вриндаване, он естественный в Раджавасе. И вот это Нарада говорит о Удаве, что он более высокое положение, чем мы занимает. И вот по милости Рупы Санатана Дживы Рагунатха у нас может быть возможность войти во Вриндаван. Философски можно много чего запомнить, говорить лекции, но говорить просто, но чтобы почувствовать это все на практике, это совсем другое дело, и не всем выпадает такая возможность. Шримати Радхарани всегда думает о том, чтобы помочь Сарупе Санатане. Однажды Сила Санатана Госвами совершал баджан там, на берегу Павансаровара. По милости Говарги я был там, я читал Бхагаватам, Рупа Госвами под, он совершал баджан в Тарикадамбе, около Нандаграма. Бальдев Госвами Махарадж и вот Санатан Госвами однажды пошел встретиться с Рупой Госвами. Они начали обсуждать какое-то служение, и тем временем Рупа Госвами под ну, думал, чем же накормить Гурудева, поскольку ничего не было, нищие жили так на подаяние. И вот он подумал, было бы у меня молоко, был бы рис, я бы параману сварил и предложил Бхагавану и Гурудеву. И вот тем временем одна прекрасная девочка, которая светилась от своей красоты, сказал: «О, Баба, смотри, тут мать послала тебе молоко, рис, сахар». И вот вообще она побежала по делам, забирай и до свидания. И вот он начал готовить параману и... Ну, параману надо уметь готовить. Пропорции соблюдать молока должно быть гораздо больше, чем риса. Потом...
нужно достаточно долгое время на маленьком огне кипятить молоко, рис в молоке кипятить. И вот когда рис совсем разварится, надо сахар добавить. А если сахар добавить сначала, то молоко станет вязким, и рис не сварится. И вот такая система, как параману готовить. И вот он предложил божествам это, а потом Гурудеву Шили Санатани Госвами, Санатан Госвами Пад. Он попробовал эту параману. Чуть-чуть почувствовал, что настолько прекрасно, настолько вкусно, что в материальном мире нет ничего, с чем бы это можно было сравнить. И Санатана Госвами, он подумал, как ты приготовил такую прекрасную параману, откуда молоко и все остальное. Ну вот тут какая-то девочка мимо проходила, отдала мне все составляющие, и он сказал, что никогда не проявляет таких желаний, как наша Дуэмой Радхарани, кто Гуру Кришна, она пришла, чтобы дать тебе молоко, рис, сахар и все остальное, и не нужно занимать ее в служении себе. И вот я был во Вриндаване 20 лет назад, там еще леопарды ходили в Гокуле, вот Махарадж там баджи совершал. Смотрит в Анандагоре, там леопарды еще ходили, и все в Раджаваси с палками начали. Ну, этого тигра или леопарда прогонять как-то. Но те, кто преданы Кришне, ни тигры, ни львы, им никак не навредят. Also, nana shastra vichara naikalipino sadgarpa sansthapko lokana bhidkarino te bhavani manyo saranyakam disvikam. Also, it is written, almost whole day and night, doing sankirtan, writing, and sometimes taking no chapati, who can go to bed chapati, it will take time. So there is a fried gram, you know, chickpeas, fried chickpeas. Taking this one, yes. Taking some water, yes. All vitamin, mineral, protein, all coming here. All coming here. This way, they used to live their life. This is their life, whole day and night doing sankirtan. And vairagya, natural vairagya. И отречение, оно было естественное. Если пытаться имитировать рупу или Джива Госвами Пада или Рагунатха, то ничего хорошего не получится. У них и отречение было естественное. Whole day and night doing sankirtan, sometimes sleeping, sometimes taking rest.
That also very short time, maybe for 48 minutes. И спали они тоже очень мало. This is we how we can demand ourselves that Rupanuga. We feel shy. Как кто-то может заявлять, что не Рупануги? Таким людям должно быть стыдно. How different kind of problem happening inside our heart still today after hearing so many Haribhajans. That day I was speaking. И вот в тот день я говорил. If somebody is speaking rubbish, it is painful, you cannot bear. There is nothing to be there. Injury, some kind of injury developed inside my heart. That man speaking all rubbish, then I develop some injury own inside. You cannot sleep. But if there is some external injury, but you cut your hand by knife, this, that, somebody beat you, I can speak. But is Mahadev speaking to? Mahadev speaking to Bhagavata. That Rupa Goswami is one kind of golden type written in the heart of Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu can never erase this name, Rupa Goswami. That is called Рупа Госвами Пад, его имя золотыми буквами высечено в сердце Махапрабху. И вот сегодня Тиробхактитхи Шрила Гауридас Пандита, Субалсака в Вриндаване, все параферналии парика Кришны, в общем, все спутники Кришны явились здесь, Гора Лили. И Гора Дас Пандита Субалсака. Времени мало, поэтому кратко будет. И вот Субалсака, он в Гора Лили, он видит. И вот у него много братьев было. Один брат Кришнадас, Сурьядас, Гуридас, Кришнадас. Много было их. Но Сурьядас Пандит, он был старшим братом Гуридас Пандита. Две дочери Сурьядас Пандита, они были выданы замуж за Нитьянанду. Кто-то может сказать, почему две жены? Но они, потому что они вечные шакти. Не женщина, а вечные шакти. Джахнава и Васуда. Гауридас Пандит, он имел огромную любовь к Гуру Нитаю. Он хотел, чтобы Гуру Нитаю навсегда остались с ним, и вот он просил их остаться. Однажды Махапрабху отправился туда, в мандир Адвайта Госая. И там Шачи Мата тоже пришла. Так много лил после саньяса. Шантипур и Кална, они напротив друг друга, с противоположной стороны Ганги находятся. Here and there, so many things. So
И вот Махапрабху однажды пришел с лодкой и веслом, чтобы встретиться с Горидас Пандитом. Горидас Пандит был без ума от счастья. Ты пришел, да. И после этого он передал это весло Горидасу. Что ты должен пересечь. Ты очень достойный человек, можешь помочь людям пересечь этот материальный океан. И вот весло тебе в помощь. И помогай людям пересечь этот материальный океан. И вот оно, весло до сих пор там. Я в Калне достаточно часто был, там был. Человек, который печатал достаточно дешево, вот я туда ездил, печатал, ну, книги из рукописи переводил этот в цифровой вид. И вот благодаря ему напечатано было много книг на бенгали, на хинди, на английском немножко. И также во время Гуру Махараджи, после ухода Гуру Махараджи, Кална было мое любимое место, часто там был, принимал прасад в доме Горидас Пандита. Ну, в том храме имеется в виду. Там храм есть Ананта Васудева. Там есть эти. Не сказать, что ученики Гурудева, ученик тот, кто принял все. Вот Гурудева, тогда может такой человек называться учеником. А кто отклонился от пути Гурупадмы, какие-то новые пути наслаждения придумывает, то нельзя сказать, что они ученики. Мир сходит с ума, делают, что хотят. В общем, это весло до сих пор там. И Гита, написанная Махапрабху своей рукой. Кто-то говорит, Гиту продали дорого, ну, не знаю, она там в красную тряпку завернута, никому не показывают. Ну, обычное дело продать все, что можно, все, что можно продать. If I touch it, I can become successful. I don't know. Somebody speaking already sold Mara. Maybe there. I cannot. No guarantee. I have not seen. В общем, Махарадж лично не видел, только такая легенда. Что было и кому-то продали, непонятно кому. Горидас Пандит очень любил Кришна Баларама.
И вот он был очень близким другом. Да, близкие друзья знают друзья знают обычно друг о друге больше, как Субал Сакха, он был близким другом Кришны, Радхарани тоже. Какие-то сакхи, Приянарма сакхи. So what was the speciality of Subal Sakha? What is the speciality of Subal Sakha? И какие особенности Субал Сакхи? Speciality of Subal Sakha was that. Особенность его была в том, что Лила, secret Лила, Бхагаван Си Кришна used to do. Бхагаван Си Кришна, все лилы, которые он совершал, особенно сокровенные. Сахаджи, смотрите, Бхагаван Си Кришна, он скрывал эти лилы от других. Что говорить о нас? А Сахаджи даже не понимают этих простых вещей и хотят показать, как сказать, Кришну в таком голом виде, буквально. Кришна некоторые лилы он не открывал на публику, может, какие-то близкие друзья об этом знали, но не более. И то эти сакхи, они быстро забывали под влиянием йога майи. И когда Кришна the companion. Subal must go. Even Subal is just looking very nice. Sometimes Subal used to wear clothes and you know, to make full of Jatila Kutila. You take clothes and you say this one and that. Beautiful lady. And now, then Jatila Kutila cannot suspect. In this way, he used to go and inform Radharani. This way. Subal, so many. В общем, Субал был близким другом Кришны, много таких секретных поручений выполнял на пути Рада Говиндалилы. И этот Гауридас Пандит, Субал Сакха, пришел в форме Гауридас Пандита. Что мы можем ожидать? Кришна Баларам, Гуранга Нитинанда отправились, чтобы встретиться с Гуридасом, плачет. И обняли друг друга, как вы можете жить, оставив меня. И с сегодняшнего дня я не позволю вам никуда уходить. Гуранга Нитинанда переглянулись и подумали, что же делать. Если уйдем, он побьет нас. That is called actual love. Actual love. Krishna can take the uchista. One mango, one sakha taking. Кришна даже может и доедать за своими близкими друзьями, как вот за этим Субал Сакхой однажды. Они собирали манго, ну как собирали, один из три стал на плечи второго, второй, третьего, третий, четвертый, вот. Четвертый сорвал с дерева манго, попробовал, достаточно ли она вкусная, чтобы Кришне быть предложенным. Второй тоже попробовал, третий тоже попробовал, четвертый тоже попробовал, и наконец-то это дошло до Кришны. Такие одни объедки от манго. Ну, у них было такое отношение к Кришне, они готовы были сделать все для него. Not that he can do this, and devotee is ready to do anything, sacrifice his own life for Krishna. That is called actual love. Otherwise, your love is contaminated. So, Гуридас Пандит прекрасно готовился, taking
taking bath in Ganga. Gauridas also going, Gaur Nityananda, Gauridas, they all going to take bath in Ganga. After that coming, serving Prasad, someday Gaur Nityananda, well, we have to go. No, go. We have some other self. No, to stay. We have some other, we can come. No, I can. We can come again. No, I cannot allow you to go. If you go, I can beat you with stick, big stick here. Big stick. If you go, I can start beating you. Who can save you? Then Gaur Nityananda said, и вот Гурничана думали, что же делать, и сказали, вот решили, что давай сделаем божество Гурничананды и поклоняйся им, а мы пойдем. И вот сделали божество Гурничананды, и вот установили. Ну как установили? Он уже думал, что они уже установлены, самопроявлены. И вот Гаур Нитай сказали, что эти божества, мы не отличны друг от друга, поэтому давай поклоняйся, мы пошли. Нет, ну вот раз. Оставайтесь. Мы тут в форме божества, нет, не верим. Не верим, ну хорошо. Гаур Нитай пошел в алтарь и... В общем, тогда Гаур Нитай сказали, что хорошо, мы останемся тут с тобой, а божества пойдут. Они поменялись ролями, и божества начали идти прочь, уходить. И тот пошел их ловить. Поймал, и тогда эти ушли. И вот важные вещи хочу сказать о том, что ученик Гуридас Пандита Хридо Читания и ученик Хридо Читания Шимананда. И таким образом, я детально не, подобно не говорю, но наш Гаурдас Пандит, Субалсака, я говорил, он пел прекрасные песни с Кришной. Он пел такие песни, что Кришна очень радовался. Субал очень прекрасно пел, и это Субал. Сакха, он в Сакхе расе, в дружеской расе. Но все же я сказал, что все же Сакхе рас, но Субал, у него есть доступ к... Bound to send him due to some unknown reason, I don't know, to Shyamananda Prabhu, to Jiva Goswami. И вот Шимананду к Дживе послали. In one line sketch, I'm going to speak. There by the instruction of Jiva Goswami. И так там по наставлению Дживы Госвами он начал служить Нидвану, что там подметал. И он был единственный, кто. А, он, ну, в смысле, нашел кольцо Шримати Радхарани, ножное кольцо. И вот он взял его. Тут Лалита Сакхи пришла искать это кольцо. Ты тут ничего не находил, да, нашел. Давай, не дам. Как? Ну, хотя бы покажи, кто ты. Это непонятно кому давать, непонятно. Чье кольцо это вообще? Пускай сама придет и забирает. И вот Шримати Радхарани была вынуждена прийти. И Шримати Радхарани была настолько довольна им, что взяла это и поставила тилаку этим
ну, зачем этим кольцом на телоку. И тот стал Канака Манджари. И с тех пор и вот он, вот от его гуру возмутился, как ты тут посмел этот тилок вообще носить, какой-то новый тилок, что ты делаешь. И в собрании было выяснено, что не сам этот тилок поставил, а потому что он Самарадхарани поставил ему тилок, и вот Радхарани пришла во сне к Шри Чайтанье, отругала его, сказала, что это Канака Манджари в моей преемственности, поэтому не нужно его ругать. Такая возможность бывает редко, но все же она бывает, и поэтому Субал Сакха, хотя Сакхи Раса Бхакти, но все же у него есть доступ, данный ему Кришной, и таким образом в итоге он был отправлен к Дживи Госвамипаду, кто в преемственности Рупы и Санатаны. Это редкий случай, но все же может. И вот время кончилось. Молимся Рупе Госвами, чтобы он даровал нам свою милость, чтобы мы осознали хотя бы что-то на духовном пути и лотосным стопам Гуридас Пандита. Спасибо.